Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Что такое? Ай, ой, черт! Ай! Черт знает что! Ой! Добрый день! Вы что-то спросили? Да! Вы не знаете, какой идиот додумался поставить здесь вот этот чертов диван? Это я, но почему сразу идиот? Это вы меня спрашиваете? Откуда я знаю, почему вы идиот? Мне нравятся эти люди. И это вместо того, чтобы порадоваться за соседа, что у него появился удобный диван. Ну, я вас поздравляю. Вот, спасибо. Зато теперь я смогу провести остаток жизни на мягком месте. И пусть диван вам будет пухом. Ой. Городок на мягком месте. Ну, так что мы будем вот со всем вот этим вот делать? Я так мечтал. Согласитесь, комфорт занимает огромное место в жизни человека. Да, но пока он занимает огромное место здесь. Ну, заберите немедленно отсюда вот эту рухлядь! Зачем вы так? Это как-то не по-соседски. Я приобрел по случаю этот подержанный диван. Он не проходит дверь. То есть вы приобрели диван по образу и подобию своему, да? Почему, я не понял. Не поняли? Так он же копия вы. Тоже подержанный и непроходимый. Доброе утро, Татьяна Степановна. Какое оно доброе. Вы чем-то расстроены? Ой, измаялась я. Все стало очень неудобно. Просто очень. Неудобно? А что неудобно? Ну как? То у меня получается час туда, на транспорте, трястись. И целый час обратно ехать. Неудобно. Куда туда, простите за любопытство? Вот, Иван Анатольевич, вы уже месяц наш новый сосед, а вы же ничего не знаете. У меня в жизни есть только одна радость. Рыбалка. Рыбалка? Ну, рыбалка, это, конечно, здорово. Но я как-то не представляю вас с удочкой. А я удочки ни разу в жизни в руках не держала. Нет. Это мой муж. Очень часто ездит на рыбалку. Я не понимаю. А вот прежний, старый сосед, он понимал. И было очень удобно. А потом он переехал на другой конец города, и стало неудобно. Иван Анатольевич, Ванечка, муж на рыбалке. Вы мне сосед или кто? Татьяна Степановна. Ну, я долго буду ждать? Заберите отсюда этот ваш чертов диван, или я через него прыгать должен? Так как вы подняли ногу, вы могли бы и прыгнуть. Что я могу сделать? Вы понимаете, это нужно его поднять. Это его нужно развернуть. Это его нужно внести. Мы с братом его сюда донесли. И тут брата радикулит прострелил. Что я могу сделать? Ну, поможете? Мне же одному не справиться. Ладно, давайте. А то так и будем здесь торчать. Давайте. Давайте. Уже даете? Да. Давайте. Да. Что такое?
что такое? Почему вы замолчали? Вы были такой убедительный. Что? Спина прострелила? Значит, вы мне уже как брат. У вас то же самое со спиной. Ляжьте, вам будет удобней. Ляжьте. Ляжьте, ляжьте, пожалуйста. Ляжьте, ляжьте, ляжьте. Вот, все. Уже хорошо, да? Черт меня дернул вам помогать. Черт бы побрал этот ваш диван. И это вместо благодарности. За что? За что мне вас благодарить? Как за что? За диван. За диван, на котором вы сейчас лежите. С вашей простреленной спиной. А если бы не диван, на чем бы вы сейчас лежали? На цементном полу? Другой бы спасибо сказал. Ай, Андрей Трофимович, ну мы же с вами уже об этом говорили. Но вы же крупный чиновник. У всех на виду. Вы меня извините, но надо как-то поскромнее быть. Ну, Георгий Ильич, ну что же я не понимаю, что я... Понимаете? Опять за свое. Вот зачем вы меня на этот причал притащили? Яхтой похвастаться? Так я вам уже говорил, сейчас не время бросаться в глаза. Скромнее надо быть. Да, ну, Георгий Ильич, какая яхта? Где яхта? Покажите мне. Где вы видите здесь яхту? Никакой яхты. Я вообще, как говорится, тише воды, ниже травы. Наоборот, тише травы, ниже воды. Вот. Так у вас что, вообще яхты нет, что ли? Ну, это уж слишком. Так я же говорю, ниже воды, ниже... Ну, сейчас, буквально секундочку. 3, 2, 1. О! А? Это что, подводная лодка? Ну да, ну, это ж очень удобно. В глаза же не бросается совершенно, да, Георгий Ильич? А яхта у меня далеко, там, в Средиземном море. И тоже ее там совершенно незаметно. Но только если вот так с собственной яхтой, тогда да. Удобно, да? Вообще-то да. Да. Вот. И сейчас мы с вами на субмариночку, вот. И на ней уже до яхточки. Чух-чух-чух. Ну, а там на яхточке уже все как обычно уже. Все как у всех, как у людей. Там шашлычок, машлычок, там девочки. Бритни Спирс, вискарик. Ну, все, в общем, скромненько. Но со вкусом. А помашите, ребята, ручки. Сейчас мы, ребят, сейчас. Ну что, полегчало? Нет. Ну, давайте попробуем. Можете подняться, может... Ой, не-не-не-не. Не можете помогать, да? Больно. Давно это у вас радикулит, боли в спине? Типун умный язык. Никакого радикулита у меня никогда не было. Пока я ваш вот этот вот чертов диван не поднял. Диван здесь ни при чем. Это не диван, это возраст. Ничего. Можно съездить в санаторий, подлечиться. Попробуем подняться. Делать мне нечего. Знаю я эти санатории. Один раз ездил 30 лет назад. От скуки прямо на стену лез. Кончилось тем, что я подхватил там заразу. Что вы говорите? Я уже 30 лет на ней женат. Вот это вот моя гостиная. Угу. Сколько здесь? 80 метров, да? 100. Ах, даже 100. Да это из-за мебели меньше, кажется. Да, мебель. Так, типа мореный дуб? Почему типа? Это есть мореный дуб? Антиквариат, эпоха Луи 13-го. А эпоха нам как-то по Луи, по 13-му. Так, это что за рухлядь? Ну почему рухлядь? Диван... Ручной работы после реставрации. Ручной работы? Да. Он выглядит так, как будто его ногами делали. А вот это вот, желтенькое, вот это вот. Что это за тряпка вот эта наклеенная? Всю пылюку здесь собирать? Ну, это же... Все, короче. Короче, сколько денег?
вот за всю эту музыку. Ну, я думаю, если вы согласитесь, рублей 800. Сколько? 800. 2000? 2. Ну, ладно. Да чтобы я за 800 рублей, а то оно полы вот эти вот мыло, а рухлядь эту протирала, и вот ее оно вот тряпки пылесосило, во! По 2000 за раз в неделю, а? Ну, согласен. Я так давно ищу уборщицу, что я уже на все согласен. И чтобы ко мне не приставать. Чтобы вот оно, даже вот у ей мысли не было ко мне приставать, ясно? Ясно. Если мне когда-никогда захочется, я сама пристану. Да давай, вали, не мешай работать. Все, встал. Ну как вы? Сейчас это вот пройдет, а я тут, здрасте, разлегся. Черт бы побрал эту вашу рухлядь. Это не рухлядь, это очень удобная вещь. Там, например, внизу есть такой большой ящик, он выдвигается, и там можно хранить все, что можно. Бывшие хозяева, например, хранили там картошку и говорили, что помещалось килограммов 80. Да, по весу можно подумать, что вы его вместе с этой картошкой и привезли. А что мне было делать? Выбросить ее? 80 килограммов картошки вы даете? Кино. Кино. Художественный фильм «Тень лорда Кудлика». Ох, жара. Сэр, этот замок не только прекрасное вложение средств. Владея им, вы сможете претендовать даже на титул лорда. Ой, но здесь же нет никаких удобств. Даже элементарного климат-контроля. Такая жара. Да что вы! Тут за века все продумано, все предусмотрено. Что ж тут предусмотрено? Такое пекло. От солнца спрятаться негде. Я не закончил, сэр. Все продумано. По преданию, 300 лет назад владелец замка лорд Кудлик задушил свою жену и покончил с собой. Забавная история, но от нее как-то не стало прохладней. Я не закончил, сэр. И с тех пор уже 300 лет тень лорда Кудлика бродит по замку. При чем тут тень? Вообще вся эта история как-то не кстати. Простите, сэр, но как раз в такую жару тень лорда Кудлика как нельзя кстати. О, видите? Тень лорда Кудлика. Очень удобно. Не хуже кондиционера. Правда, немного шумноват. Да, шумноват. Держите. Держите, держите. Вам так будет удобнее на моем диване лежать. Ой. Кажется, у меня там что-то серьезное. Придется звонить в скорую помощь. Не надо. Да пока они приедут, я уже встану, их дождешься. Ко мне быстро приедут, у меня там знакомые. Знаете, как в жизни? Надо всегда иметь знакомых где? В родильном доме, в скорой помощи. А потом еще и на кладбище. Олег, привет, это я. Ты на работе? Очень хорошо. Как ты думаешь, почему я тебе звоню? А ты представь себе картину. Человек лежит. Знаешь, где лежит человек? На моем новом диване. Приезжай скорее, надо обмыть. Нет. Диван. Человека пока не надо. Вроде бы. Ой.
Вернисаж нашего городка. Боже мой, как я рад. Какое это счастье видеть вас, дорогой вы мой человек. Говорят, и судя по всему, не зря, что вы в нашем городе со всеми знакомы. Да, я вообще со всеми в нашем городе знаком. Вот буквально со всеми. А со многими, знаете, вообще, вот, как говорится, на дружеской ноге. Так, и Штымпова тоже знаете? Штымпова, да, а как же? Штымпова, тоже вот так вот. Не так, чтобы... Не так. А как? Ну, так... То есть знаком, но не близко. Очень хорошо. Вы нам поможете? Да, пожалуйста. Всегда рад вам помочь. Всегда рад, только если недолго. Недолго. Вот. Надо опознать его труп. Ой. Он что, умер? Вроде да. Это он? Ой. Вроде бы. Вот так мимолетно были знакомы. Я не понял. Поподробнее. Ну, я же говорю, мимолетно. Сегодня рано утром я стоял у окна, у себя там на 9-м этаже. Вдруг вижу, Штымпов мимо пролетает. Вот так вот, фить! Я еще подумал, куда это он в такую рань? А он вот куда. Художник Кондратий Летальный. «Мимолетное знакомство». Вот, он уже приехал, спаситель наш. Ой. Ангел, здравствуй, Олежек, я тебя рад видеть, Олежек. Так, Олежек, аккуратненько бери товарища, только очень аккуратненько, чтобы мой диванчик не повредить. Да, да. И туда его клади на пол, клади его, да. Ой. Клади его на пол, Олег, что ты? Так, отдай ему его бэбихи вот эти все. Так. Олег. Да-да. Как я себе диванчик оторвал? Вещь, да? Значит, смотри, Олежек, берем диван, мы его поднимаем. Да? И заносим. Давай. Взяли. Ой. Что такое, Олег? Я, кажется, подорвался. Так, вас уже тут трое подорвалось, как на мине. Значит, что мы имеем? Мы имеем двое пострадавших. Олег, где твой мобильный телефон? Рация. Это совсем бесплатно. Хорошо. Двое пострадавших, Олег. Звони коллегам, набирай. Пусть сюда приезжают две бригады, не меньше. Иначе мы никогда не занесем этот диван. Послесловие. Ну что, Колян, понравилось, как он тебя нарисовал, а? Что ты молчишь, Колян? Смотри. Мы же первый день на воле, первый день. Только откинулись, а уже такую красотень подфартило сделать. А мы с тобой в наколочках рубим, да, Колян? Можно сказать, жизнь положили на алтарь искусства. Что? Что ты молчишь? Ты. Что я? Ты. Что? А я? Не говори, Колян. Не говори. Когда мы с тобой садились, ты что? Таких заведений еще по мини не было. О, тату-салон. О, это ж тебе не Вася на зоне с ржавым шилом, да? А тут все стерильно. Комфорт, все. Что ты молчишь? Ты уже скажи хоть что-нибудь. Что тебя переклинило? Федя, я просто в кусках. Выходит, чтобы такую красоту сделать, не обязательно нам было в тюрягу садиться, сроки мотать. Федя, на что жизнь ушла? Пойдем.